Минувшая неделя в городе Черкесске была омрачена сразу двумя страшными автоавариями со смертельными исходами. 10 июля, улица Парковая. Под колесами большегрузного автомобиля погибла 82-летняя женщина. Наша съемочная группа запечатлела последствия трагедии. Грузовик с номерами Ставропольского края подъехал к техническому входу в магазин, чтобы выгрузить товар. Несколько метров тротуара пришлось преодолевать задним ходом. Водитель не обратил внимания на оказавшегося на пути пешехода. Водитель автомашины МАН, двигаясь задним ходом, не учел видимость направления движения и допустил наезд на пожилую женщину 37-го года рождения. В результате ДТП женщина скончалась. В отношении водителя какие действия сейчас проводятся? Трезво он? Не... В данный момент водитель направлен на медицинское освидетельствование и находится там. В ходе следствия будет определена степень вины водителя грузового транспорта. Утро следующего дня началось с еще одного ДТП. Автомобиль «Приора» двигался по улице Октябрьской в сторону центра города. После очередного поворота водитель не справился с управлением. Легковушку отбросило к опоре электропередачи. Скорость была столь высокой, что транспортное средство, ударившись о столб левым боком, превратилось в груду металлолома. Один из пассажиров «Приоры» погиб на месте, второй был экстренно госпитализирован. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося.